Кыргызстанцы жалуются на небывалый рост цен на авиабилеты. Из-за пандемии коронавируса цена на билеты в российском направлении за последний год выросла на 300%. Но даже имея билет на руках, пассажирам не всегда удается совершить долгожданный перелет. В вопросе разбирался Бахыт Чермашев. Регулярные авиарейсы из Кыргызстана в Россию выполняются один раз в неделю. Пассажиров перевозят две авиакомпании – местный авиатрафик и российский Аэрофлот. Есть еще несколько чартерных авиарейсов, но они совершаются по мере наполнения самолета. Из-за того, что количество полетов в Москву и обратно сократилось, выросли цены на билеты. Минимальная стоимость проезда – 50 тысяч сомов. Это почти 600 долларов. Билеты для бизнес-класса могут доходить до 300 тысяч сомов или 3500 долларов. Правительство Кыргызстана обратилось к российской стороне с просьбой сделать авиасообщение регулярным. Просьба те же самые количество рейсов, которые осуществляются чартером на данный момент, чтобы они осуществлялись в виде регулярных полетов. Как только это произойдет, ценовая политика стабилизируется. Мы не можем гарантировать, что цены вернутся к тому уровню, который был до пандемии, потому что все должны понимать, что авиакомпании за этот период понесли большие убытки, но они будут уже не такими высокими, как в настоящий момент приобретаете на чартерные рейсы. Трудовые мигранты, студенты и бизнесмены. Улететь в Россию хотят многие, но получается не у каждого. Требование номер один – наличие ПЦР-анализа. Но эта справка – лишь часть документов, которые нужны для того, чтобы попасть на борт самолета. В первую очередь необходимо так называемое обоснование. Это задокументированная причина, по которой человек влетает в Российскую Федерацию. Будь то учеба, работа или лечение. При этом в списке высококвалифицированных сотрудников проверяется не только оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, но и Федеральной службой безопасности. В случае с Казахстаном все гораздо проще. На сегодняшний день между Кыргызстаном и Республикой Казахстан выполняются два регулярных рейса. Это Бишкек-Алматы. Вот. В принципе, никаких ограничений нет. Единственное, как бы, общее требование – это наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Но с казахстанской стороной там решение оперативного штаба, что в ближайшее время пока не увеличивать количество рейсов. Это больше связано с этим. Стоимость перелета из Бишкека в Алматы – 216 долларов. Если у пассажира есть багаж, то придется доплатить еще 18 долларов. Отсутствие огромного перечня сложных документов и доступная цена делают авиарейс популярным. Как говорят в агентстве гражданской авиации Кыргызстана, еще не было случая, чтобы в самолете, летящем в Алматы, были пустые места. Для тех, кто собирается совершить полет по этому маршруту в ближайшее время, нужно знать, что до 19 февраля все билеты выкуплены. Бакыт Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.